Здравствуйте, с вами Милана Смицкая. Давайте рассмотрим вот такой шикарный узор и очень простой в исполнении. На данный узор мы набираем такое количество петель, чтобы было кратно 3 плюс 2 петли для симметрии плюс 2 кромочные. Так узор смотрится с лицевой стороны, вот так с изнаночной. Нулевой ряд я провязала, который не будет повторяться. Смотрите, кромочная, 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. Хотите, провяжите просто изнаночными петлями и по лицевым петлям, затем начинайте узор. То есть смотрите на свой вкус. Нулевой ряд мы провяжем для удобства, и он не будет больше повторяться. Затем вяжем узор, который состоит из 2 рядов. Смотрите. Первый ряд, кромочную, снимаем. После кромочной 2 изнаночные разделительные. Вы можете взять и 1, и 2, и 3. То есть смотрите на свой вкус. Провязали 2 изнаночные. Далее у нас идет лицевая петля. Мы из протяжки, из предыдущего ряда поднимаем вот перемычку. Провязываем ее лицевой петлей. Далее делаем накид. И следующую провязываем лицевой. Все, и так чередуем до конца ряда. То есть нулевой ряд мы провязали для того, чтобы у нас вот образовалась эта перемычка. Далее продолжаем 2 изнаночные. Снова из предыдущего ряда поднимаем вот такую вот петлю. Провязываем ее лицевой петлей, следом делаем накид и лицевую. И продолжаем так вязать столько, сколько нужно. Далее второй ряд, кромочную снимаем, после кромочной 2 лицевые, и вот у нас 3 петли, мы их вяжем 3 вместе, 1 изнаночной, и так прочередуем до конца ряда, повторяя 2 лицевые, 3 вместе, 1 изнаночной. Все, далее узор повторяем с первого по второй ряд. И вот смотрите, просто шикарный получается узор. И я вам рекомендую, можно вязать шарфы, беретки, теплые какие-то пуловеры. Надеюсь, данное видео было понятным, полезным. Спасибо за внимание, до новых встреч!